Интересный опыт вообще. Столько вообще свеча для меня была, не свеча, какие-то там дядьки, тетки, какие-то все танцевало, все как-то поворачивалось. Вообще я впервые такой. Прям какая-то игра умов, или игра теней каких-то, вообще как интересно. И потом в голове, что у меня начало происходить, сначала такой, значит, маленький, черненький, какой-то черненькое пятнышко, а потом такие прям лучи солнца, солнце. И не вот так солнышко, а именно бок солнышко, и прямо лучи, лучи, лучи. Но уже потом свечи как-то я не смогла вернуть, а вот солнышко пришло прям мощно.